Всем добрый день! Вы находитесь на канале «Секреты стиля». Сегодня мы разберем гардероб британской актрисы Эмили Кларк. Надеюсь, она не нуждается в представлении. На всякий случай скажу, что эта актриса играет мать драконов Дейенерис Таргариен в культовом сериале «Игра престолов», финал которого проходит именно сейчас. В этом видео мне захотелось рассмотреть образы Эмилии Кларк за кулисами, а именно ее выходы в свет и также образы в повседневности. Обратите внимание, например, как она выглядит в сериале. Она там предпочитает сине-зеленую гамму, нежно-розовый и темно-серый. И все это идет блондинке, которую она играет. Все это идет Дейенерис Таргариен. А в повседневности актриса является брюнетка. И тут она уже выбирает совсем другие цвета. Она предпочтет королевский синий, белый и пастель. Ее часто можно увидеть в белых брюках. В деловом гардеробе актрисы царит монохром. И тут она выберет Total White. Конечно, это очень элегантно. Также обратите внимание, как она мастерски носит черно-белый принт и как она расставляет акценты в портретной зоне. На первой фотографии вы видите коралловую помаду и больше ничего не нарушает лаконичного и строгого образа. А на втором фото вы видите серьги цвета лазури у лица. И они оттеняют глубину серо-зеленых глаз актрисы, делая их ярче. Эмилия любит нежные и романтические образы, милые платья с кружевами-оборками, юбки с цветами. И по-весеннему свежие тона в одежде, фиалковый, мятный и лазурь помогают ее коже сиять. Если кожа актрисы без загара, а как вы знаете, англичанкам бывает очень сложно загореть, тогда актриса пользуется очень распространенным приемом, да, как добавить загара и свежести к бледному лицу, просто располагает яркий шарфик возле лица. Она также пользуется модным приемом. Если она выбирает черную одежду, то подбирает светлую обувь, а если выбирает пастель, то берет цветную обувь. Вы также можете взять себе этот прием на вооружение, он всегда работает, когда вы выбираете аксессуары и обувь. Да. Нетрудно заметить, что у актрисы довольно контрастная внешность, которая не терпит полутонов, чистые цвета и насыщенные оттенки по-настоящему раскрывают ее природную красоту. Дальше хочу рассмотреть два неудачных образа, потому что меня просили рассматривать что-то неудачное для примера. И я выбрала именно этот образ. Прошу строго меня не судить. Он не настолько уже сильно неудачный, но кое-что мне бросилось в глаза. На первой картинке я вижу, что туфли очень громоздкие, и они совершенно не подходят к этому утонченному образу актрисы. Совершенно, мне кажется, не вяжутся с ее образом, с общим. А на второй фотографии я вижу что-то среднее между блейзером и летним пальто, но поскольку эта вещь гардероба очень уже оверсайз, наверное, на два размера больше, чем девушка обычно носит. Она в ней просто утонула и смотрится просто как гаврош, да, беспризорник. Конечно, невысоким девушкам, да, стройным, как Эмилия, все-таки я бы посоветовала покупать пиджаки, блейзеры и пальто, которые хорошо сидят на плечах. Не нужно брать сильно большой оверсайз и портить свою фигуру. Хотя Кларк у нас любит романтичное платье, но на публике она все чаще появляется в довольно смелых нарядах. Глубокое декольте, высокий разрез юбки, полупрозрачные ткани. И в таких нарядах мать драконов Дейенерис Таргариен выглядит очень сексуально, иногда даже немного воинственно, что очень подходит и образу из сериала. Давайте также возьмем два самых удачных образа, хотя я считаю, что их намного больше. Мне было очень сложно выбрать. Но вот это платье цвета небесной лазури от Виктории Бекхэм, в
котором она появилась на премьере 3-го сезона «Игры престола», я считаю очень удачным. Оно очень хорошо подчеркивает точеную фигурку актрисы, ее тонкую талию, высокую грудь. Просто неимоверно ей идет. Итак, на второй фотографии также хочу показать пальто, которое сидит очень хорошо на плечах, которое подходит девушке. Оно не оверсайз. И как раз вот такое пальто невысоким девушкам идет. Самое обсуждаемое платье актрисы – это платье «Русалка» от Бальман на церемонии «Оскар» 2019. И оно попало в категорию «Лучшее платье» во многих изданиях, но в таблоидах снова же нашли, что актриса жаловалась в своем инстаграме, что не смогла сходить пипи в этом платье. И для премьеры последнего 8-го сезона «Игры престолов» актриса выбрала объемное платье Валентины серого тюля. Оно мне тоже очень понравилось, и про него также очень много говорили в прессе. Символично выглядел декор платья, и там была фраза, выложенная из страз: «Оставь свою дверь открытой, я могла бы войти в твои сны». Пишите, пожалуйста, какую еще знаменитость вы хотели бы увидеть у меня в обзоре. Всем приятного вечера, всем пока!